Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, что можно делать, что нельзя делать. Можно ли заработать? Как создать YouTube-канал? Что на нем делать? Придерживаемся мы инструкций людей, которые в этом опытны. В первую очередь мы создаем канал, думаем, долго думаем, пробуем, думаем, ничего не получается, какое видео делать, что делать, куда выкладывать, зачем выкладывать, как публиковать. Вот я попробовал, создал абсолютно новый канал. Попробовал выложить видео. По просмотрам мы видим, что ничего. Думал просто коротенькие видео, что-нибудь подмазать, подписать, выложить и потихоньку это все выкладывать. Ну, пока день 4-5, с 14 апреля, 3 дня каналу, пока еще в раздумьях, как это все делать, куда это все выкладывать, где брать материал. Мыслей очень много. Ну, будем все постепенно это делать. Первое, что меня на просторах интернета, в частности Ютуба, бесит или напрягает, это то, что можно заработать, как можно заработать на фрилансе, как можно заработать в интернете. Куча всего выкладывают. Война не дает никому спокойно жить, и поэтому многие лишились работы, в том числе и я, и надо выходить из положения. Где-то что-то брать, запасы заканчивается, надо что-то делать. Посмотрел я блогеров, вот Upwork, Fiverr, Toptal, т.д. Я зарегистрировался, там можно заработать много. Но зарабатывают много тех, кто профессионалы в своем деле. Я на некоторых сайтах уже пробовал под другим аккаунтом зарегистрироваться. Сейчас будем регистрироваться под новым аккаунтом на каждом сайте. Все сайты англоязычные, но мы пользуемся переводчиком. Зачем нам русский? Русский нам не надо. Мы любим украинский. Украинский. Перевести. Так, на сайте Upwork. Что мы тут можем? Многие говорят, что здесь можно заработать, работы полно, давайте зарабатывайте. Блять, ну никто ж не говорит, как здесь можно заработать, что здесь делать надо. И самое главное, а ну попробуй пройди здесь регистрацию. Я регистрировался, это очень долго, это очень муторно, это, блять, это жесть какая-то. Но ничего, вот мы подтверждаем, подтвердили. Сейчас мы зарегистрируемся, уведомление пришло. Так, я клиент, я наймаю, я фрилансер, выбираем, створите. Так, прозвище, выберите краину, Украина автоматически, я разумею. Так, прозвище напишем полконетенетым, пусть будет так, створите. Здесь регистрация вообще не все так просто. Вот просто нажал кнопочку регистрация при помощи Google и все. А нет. Давайте теперь будем смотреть. На кильки запрещены истории. Так, початы. Так, я совсем. У меня нет ничего. Я неплохо знаю офисные программы, но не больше. Соответственно, вы выбираете на основе своих данных, на основе своего опыта. Да, переводи ты уже. Какая у нас мета? Мета у нас зарабатывать гроши на стороне. Далее. Я хотел бы, так, сам знайти возможности запаковать свою работу, чтобы клиенты и купували. Ну, давайте сам. Далее.
Ждем, ждем, ждем. Если, а, тут не если, а надо импортировать. Вы должны быть зарегистрированы на сайте LinkedIn. Откуда? Вы должны брать данные или же заполнить вручную. То есть там резюме, LinkedIn — это сайт для поиска работы. И вот мы тут пишем, 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 пишем. Не забываем, что писать надо на английском. Ну, допустим, YouTube. Ничего не предлагает. Значит, дизайн. Но чего ты не хочешь? Ваша профессия. Напишем мы... Блин. Блогер. Так. Идем дальше. Угу. Переходим в добавление опыта. Нема чего добавлять. Украинское. Так. Далее. Видеть наши навычки тут. Максимум 15 навычек. Ну. Перегляд. YouTube. Бляха-муха. Угу. Надо выбрать из того, что она предлагает. YouTube. Все. Ваш опыт. Напишите биографию, чтобы провести. Тут вы пишете что-то свое. Я постоянно смотрю YouTube. Так. Минимум 100 символов. О, Господи. И пишем тут. Посмотрел много видео, как зарабатывать. О, Господи, как ты написал? Ну, да ладно. Не, вообще неправильно. Надо на каком-то одном языке писать. Зарабатывать на сайтах фриланса. Угу. Занято короткий. На сайтах фриланса. Решил зарегистрировать и попробовать себя. Есть, есть. Бухгалтерский. Так. Это у нас YouTube. Ну, пусть будет фотография. Так, погодинну ставку выбираем, например, 20. Чё? А здесь... А, сколько мы отримаем? Так. Додайте фото. Завантажим и будь-яке фото. Так. Открыть. Прикрепить. Адреса места. Место. Киев. Да ну ладно тебе, блядь.
будем переходить все на украинскую. Чего тебе не найдено? А. Будет это видеть номер телефона. Угу. Задачка со звездочкой. Так. 097 26 94. Так. Так, вот мы на этом сайте. Значит, что нам здесь надо? Что нам здесь надо? Так, измены, так, найди слоты. Что мы тут делаем? Переглянуты вакансии. Так, закрыть. Ничего добавлять пока не будем. Так, 80 коннектов нам предлагают. Тут информация про комиссию 10%. Выбираем вакансию. Смотрим, что нам здесь надо сделать. Так. Маркетинг, но нам сейчас это не важно. Мы прошли лайтовую регистрацию, где мы ничего не указывали. Соответственно, чтобы была работа, чтобы было что зарабатывать, надо проходить сильную регистрацию, то бишь добавлять много-много информации правдивой и правильной. Так, вот мы перешли непосредственно к вакансии. Изначально нам рассказывают о том, что для всей надо 4 подключения. Вот тут описание, что делать, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Так, надо, это было у них уже, надо было создать приложение на типа лендинг-пейдж по продаже по $1, а нет, по 1 грамму ювелирные изделия. Но вот задача, предлагает нам $30, и здесь пока нет никого. Я хочу показать вам другое. Переходим. Вот, собственно, что я хотел показать. Вот нам предлагают работу. Ставка $20. Тут мы добавляем свой текст. Что мы, как мы это видим. И самое главное, никто, о чем никто не говорит, что на этом сайте надо делать ставки. То есть каждая вакансия, каждая работа — это маленький тендер. Нам дается номинально 50 монет или коннектов для работы. Когда они заканчиваются, мы их должны покупать. Соответственно, если мы нажмем, у нас пишется, то есть не 6, остановить ставку. О, номинально уже предлагает 7, но если мы хотим выиграть, мы должны поставить там 11. Вот, и тогда, возможно, с нами кто-то заработает, если мы выиграем. А если мы выиграли и не сделали эту работу, что? У нас все мы теряем, теряем баллы. И самое главное, для тебя 6, не меньше 6 подключений. Так, получится 44, но мы, если мы сделаем 11, у нас останется 39. И независимо от того, выиграли мы или не выиграли, у нас эти подключения закончатся. Я с другого аккаунта делал такую же работу, подавал заявки 4 раза. Ничего у меня не получилось. Пока все ждем, ждем и ждем. А. Надо так.
Да, закрой дверь. Да нормально, закрой дверь. А, ничего не видно. Настя, не мешай. Иди в телефоне поиграй. Так, переходим мы на сайт Fiverr. Сайт Fiverr – это биржа фрилансов, где можно зарабатывать. Так, проходим регистрацию через Google. Здесь тоже ебейшая регистрация. Вот предлагает название, никнейм. Так, перейти здесь на английский. Языков здесь нету, здесь английский, но мы пользуемся транслейтером. Переводим все на украинскую мову. Так, закройся. Блум-блум-блум-блум-блум-блум-блум. Ага, нам надо перейти в почту. Сделать. Так, YouTube Upwork. Нема пока ничего. Так, это второй сайт. Повторно на дислоты электронного на спам. Надо глянуть. Ну, пока нету ничего от Fiverr. Fiverr. Так, вот мы вошли. Давайте посмотрим, как здесь работает сайт. Здесь мы описываем, что мы можем делать. Вы фрилансер. Какие работы мы можем делать? Мы добавляем свое портфолио. Добавляем бюджет, добавляем сроки, добавляем очень-очень много всего. Так. Вы фрилансер. Стать продавцем. Не хочу я ставать продавцем, я хочу стать фрилансером. Бум-бум-бум-бум-бум. Здесь мы под... Так. Не потребно. Быты. Оно может еще кириллицу не принимать. Быты. Так. Щоп. Бляты. Гроши. А, так, я ничего не умею. Точка. Так, я властник. Высший бриф английским. Ага. Ну, здесь. Здесь мы берем переводчик Google. Блум. Ctrl-A, Ctrl-C. Ctrl. Бляха-муха. Ctrl-V. Так, Ctrl-C. Чинь не туда. Сюда. Ctrl-V. Точка. Так. Я властник. Я. Угу. Нам надо сюда. Я фрилансер. Ладно, сэр. Я хочу зарабатывать. Пальцы корявые. Ctrl-C, Alt-A, блядь, это не туда. Так. Ctrl-V. Категория. Купи ват и встал. Это отлично. Який. Будем вниз. Вот так. Продолжите. Угу.
Нет, стоп, что-то не туда мы идем. Не туда, не туда. Понимаю, это опубликовать, станьте продавцем. Так. С этим help. Угу, чуть-чуть не туда. Так. Регистрируемся, проходим регистрацию как фрилансер. Продолжить, не читаем это. Так, пол. Блять, кириллицу она не принимает, мы помним. Так, шусь. Тык-тык-тык. А, вот Fever пришел. Старт. Так, фото. Опять ищем какое-нибудь фото. Открыть. Опус. Здесь. А, здесь мы пишем. Здесь мы пишем через переводчик. Да твою маму. Так, идем не сюда, сюда, идем сюда, пишем. Ты. Чтобы долго не заморачиваться, используем чат GPT. Мова. Украинский рівень. Так. Ну что такое? Здесь регистрация, вход через Google. Так, месяц 12. Ну что тебе не так? Ой, как далеко. Так. Опять тут телефоны, везде надо телефоны. 923. Телефон специально создан для интернета. Ну, ждем. Так, что мы тут еще можем сделать? Мы рассказываем про себя, профинформация, поверхность обликового записи, безпека обликового запису. Это будет двухфакторная аутентификация. Ну что, ничего не приходит.
Ни туда, ни сюда, никуда. Ладно, придумаем мы через переводчик. Хочу зарабляти. Так. Немає. Немає. Хочу робити. Виконувати. Та. Тут Вася. Хочу заробляти опыту. Немає. Хочу виконувати роботу на вашому шуму сайті. Ти куди ти? Пусть будет так. Продолжите. Ну вот. Тут очень-очень-очень много всего добавлять надо. Так, ну что ты будешь делать? Так, пусть будет так. Навычки, 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 навычки. Угу. Радіо, так, початківець, країна. Ми везде беремо Україну. Здесь ми напишемо що-небудь. Сертифікат нема, 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 нема. Продовжити. Угу. Введіть свій навик. Початківець. Який-то сайт, блядь, корявий. Ух ты ж, и тугой сайт. А, опыт. Ну, допустим, 19, 19, 20. Ты посмотри. Вот и у меня такая же беда была. Пока зарегистрируй, пока, ну, блин, выберет тебе все. О. Ну вот. Смотри. О, что-то выбрала. Так. Тут что, блядь, не так? Не додает ничего. Так. Тут нам надо отключить. Все, добавили. Фух. Так, Facebook, Twitter, ничего не будем добавлять.
Едем дальше. Email есть, это есть. Зашли мы в профайл. Не зашли. Да что ж тебе еще надо? Вы майже закінчили. Та-та-та-та-та-та. Рівень завершен 65. Так. Ну, давайте добавим. 90. Да что такое? Угу. Так интересно. Дополнительная клавиатура в этом поле не работает. Так, вводим наш номер. Так, 923-923-26-94. Есть. Через СМС. Это жесть, это уже сколько... Просто, блин, ввести информацию, точнее, ничего не ввести, уже сколько времени на это потрачено. Где эти смс-ки? У меня вторая сим-карта Киевстар выключена. Жду смс-ки. Поц. Ну? Да. Так. О, чат GPT, наверное. Нет, Telegram это был. Так, вот это функция Star. Так, Fever пришел, 26.80. Где тут, не тут. Ага, тут надо закрыть. Тут 26.80. Есть, в порядку. Так, школа. Не пусть будет. И напишем там 5-5-5. В порядку. Так, финиш. Готово. Теперь мы создаем профиль, согласно которому к нам будут обращаться за фрилансом, за работой, чтобы мы могли зарабатывать. Ты прикинь. Вот такое может быть. Попробуем еще раз. Хай будет 1 января. Континуум. 0.97. Как там дальше? 23, 26, 96, 94. Так. Send code via SMS. Ну и что с этим делать, понятия не имею. Ладно. Будем идти дальше. Что мы здесь можем сделать? Пришел код OpenAI. OpenAI нас забанила.
Что-то пошло не так. Будем пробовать вводить одни и те же данные. Здесь 5. Так. 0.97. Бля, код он присылает. А здесь пишет херню какую-то. Ну куда? 0.97, 3.923, 26.94. Куда свяжется? Ну короче. Так, здесь мы пишем, что мы будем делать, выбираем категорию. Добавляем свои фото, свои работы, и тогда, возможно, на нас обратят внимание. Но это не точно. Надо качественную работу выполнять, показывать, выкладывать. Это был у нас второй сайт Fiverr. Переходим сюда. Здесь я еще не был и не знаю, что это и с чем его едят. Так. Переходим в логин. Опять подвязка LinkedIn. Так, без аут. А, это вход. Нам надо регистрация. Что-то мой новый аккаунт не хочет нигде. Так, значит, нам надо найти регистрацию. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Какой он тупящий. Угу. Ух ты, сколько тут всего. Заяву. О, подайте заяву. Опять через этот обо. Так, дизайнер. Пишем так. Заполняем форму. Используем, чтобы не заморачиваться. Я к фрилансер. Ага. Собака. Это жесть. 85, пусть будет так. Что ж тебе еще надо? Так. Ну. Сохранено. Так, не надо нам уведомлений. Где тут? Опять тут. В общем, если вы хотите зарабатывать на фрилансе, так как вам рассказывают красиво разные блогеры, учтите, это не так все просто. Мы если номинально берем столицу, мы любим столицу. Ага, английский. Так, базовый.
Что мы тут хочу? Свободу мышки, детальная работа. Это мне потребна работа. Так. Продолжите. Меньше. Нет. Не знаю, что это. Половин так. Просто выбираем наугад. Потому как это у нас тестовое задание. Породы на ставка. Пускай будет 100. Хо. Так. Ты. Продолжите. Дофига. Лишнее убрали. Блядь, ну это какой-то кошмар. Вот, просто видите, сколько занимает времени заполнить сайт, форму, просто ни о чем. Блядь, опять же тут 25. Так. Пользуемся так-то, ё-моё, не туда. Тут мы, да? Ctrl-V. Пойдите. Попробуем так. Нет, не нравится. Пум. Копировать. Ctrl-V. 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 Кошмар. Ctrl-V. Закинчите. Ага. Завантажьте резюме. Какая-то фигня, не знаю. Так, опять же выбираем какое-нибудь левое фото, так как мы делаем это для чего? Для того, чтобы показать. Я уже, блин, устал. Блять. Ну, не знаю. Пусть будет резюме. Чик. Закинчите. Куда-то надсылаем, что-то происходит. Проверяем почту. Ну и нужно ссылку нажать. Не дочитал. Невнимательность. Ой, господи, что мы дальше тут делаем? И мы забираем вас повторно подать заявку. Пфф.
Ну вот и все, и никому ты тут нахер не нужен. Спасибо за интерес, как они нам тут пишут. Так, ваш ревень не подходит английскому, задано, так, додано до нашего списка отчекивания, и мы, возможно, вас припросим. То есть, так как мы заполнили сайт на дурняк, короче, чтобы тут зарегистрироваться и начать зарабатывать на сайте Топтал, надо иметь опыт, надо правильно, грамотно все заполнять, все на английском языке. Но так как мы уже видим, неважно того, как мы заполнили, нас отсеяли только лишь потому, что уровень владения английской мовы ниже вид наших минимальных вымог. Так что тут делать дальше нечего. На этом точка. Переходим на следующий сайт. Раз, два, три, четыре. Четвертый, блядь. Как же оно. Фух. Фрилансер. Зареєструватися. Твою мать. Ты прикинь? Ну, придумай пароль. Ничего он не придумывает. Как-то каляки-маляки написали. Пробелов не должно быть. Мы сохраняем. Мы ее все равно не запомним. Так, имя. Пум. Я хочу працювати. Далее. Что ты робишь? Показываю, как делать надо и как не надо. Одним рядком. Где-то что-то у нас тут опушится бы. Я хочу работать фрилансером. Где мы тут? Тут Ctrl-V. Так, далее. Украинская. День, месяц, рик. Что с этими сайтами не так? Не понимает она так. Что здесь надо? Это родился. Ну, наверное, нам этот мешает. Угу. Что-то тыкать надо уметь. Next.
Что она, блядь, пишет? Повторно это. А, надо почту проверить. Так, фрилансер. Почта. Подтвердить. Так, топал были. Подтвердили. Next. Ну не хочу я добавлять карту. Добавим мы карту интернет. Сейчас запросит. Підтвердити. А нема. А грошей на карті нема. До побачення, телебачення. Ладно, попробуем збіжати отсюда. Ну, конечно, недостатньо. Откуда їм там взяться? Так, на счету у нас 0. Так, надо перевести. Ничего не понятно. Списки завданий. В общем, это какая-то жесть. Не хочу ничего. Мои проекты в хидне, группа заворотня. Давайте посмотрим, что есть. Ага, я, видать, зарегистрировался как заказчик, а не как фрилансер. А я хотя нажимал регистрацию как фрилансер. Прыгает профилю. Как хочу, продавать. Так, так, так. Портфолио, портфолио нету, ничего нету. Давай проекты посмотрим. Так, запрошен на веселье. $41. Так. Надо подтвердить все. Ну и возможно. Ну, надо знать эту программу. Не просто знать, а надо ей владеть. Посмотрим, что там тут. Ну, зачем ты скачиваешь? Приложение файлов. Как это все сделать? О, Гданьск меня определила. Написание блогу. Давайте посмотрим. В общем, даже если написать блог, надо 4-7 публикаций своих, которые ты делал, надо выложить. То есть, если вы никогда этого не делали и хотите делать, подрабатывать копирайтером,
сделайте заготовки, можете их свистнуть, их никто не проверит, но оно будет отражаться непосредственно на результате. На результате работы. Соответственно, как и на всех сайтах. Выполнил работу, получил деньги. Выполнил плохо, деньги не получил, рейтинг упал. Рейтинг везде есть то ли звездочками, то ли смайликами, то ли еще чем-либо. Так, тут ясно. Еще один остался. Ох, то же самое, как фрилансер. Пожалуйста. Ну, чего ты не переходишь? Не хочу я через Facebook. Это утомляет. Зареєструватися. Опять. Активировали. И опять 25 начинается. Давайте попробуем без этого. Чего нам надо сделать? Застосовать зараз. Креативное письмо. Так. Можно. $15. Давайте попробуем. Так, украинский. А, это тоже фрилансер. ЯНН. Приложена письменница. Так, нам надо. А что нам надо? Написание смысла. Так, ну зачем нам фрилансера? Ну, задание надо, зачем нам фрилансера? Мы же хотим зарабатывать, а не давать работу. Так, еще выше какая-то. Но тоже фрилансер. Это какой-то послуги. Послуги. Ага, здесь надо заходить как заказчик. И тогда ты можешь выбирать фрилансеров. Это вообще еще веселее. То есть я пока не вижу, где тут и как, и куда, и зачем, и почему. Переклад. Почему? Ну, выдает нам фильтр только фрилансеров. А я хочу найти работу. Ну, тут нам пишет. Напишите статью. Угу. Ну, это тоже фрилансер. То есть здесь надо адекватно, правильно заполнять сайт, свой профиль. Публиковать свое предложение для того, чтобы заработать. Итак, это у нас был 5-й сайт. Это, боже, как это утомительно. Как можно заработать на фрилансе? Возможно ли это? Все возможно. Но если вы никогда не работали в компьютере, а компьютером владеете только как пользователь, с большой вероятностью могу сказать о том, что у вас ничего не получится.
Вот и все. На этом мы обзор этих 5 сайтов, которые так все трубят, что давайте вот можно заработать, можно заработать. Но вы попробуйте для начала просто пройти регистрацию, какой-то вот утомительный процесс. Если просто заполнять текст, левый текст, ни о чем, просто втыкать туда и прикреплять свои данные, даже подвязать карту, номер телефона, это все утомительно, это все долго, на каждый сайт ушло очень много времени. А если заполнять его, как я заполнял со своего основного аккаунта на, допустим, на Fiverr, часа два, наверное, я на это потратил, на Upwork'е тоже. Это все очень непросто. Везде надо проходить банковскую верификацию. Везде защита от мошенничества идет. Это не так все просто. Так что, если вы считаете, что это можно тут зарабатывать, пожалуйста, зарабатывайте. Но если у вас нет опыта, вы указали, что вы графический дизайнер или работаете, например, в After Effects, то вы на самом деле только изучаете программу или стремитесь к ее изучению, лучше ничего не пишите, вы потеряете рейтинг, и это все закончится, не начавшись. Также мы поговорим сейчас еще про YouTube. Какой контент делать? Что делать? Я буду записывать видео, в котором буду показывать то, как я создал канал, что выкладывать на основании рекомендаций профессиональных ютуберов, которые что рекомендуют, без всяких курсов, без ничего, то, что есть в открытом доступе. Ну и, наверное, все-таки буду брать коротенькие видео вот такого плана. Вот это на 7 минут видео. Брать коротенькие видео вот такие вот, на 20 секунд. Вот, выкладывать их, не знаю, будем смотреть, как оно будет получаться, будет ли получаться вообще. Пишите, также надо для канала создать логотип, заставку, здесь нет ничего. Куда-то тыкать, настроить вид канала, вот надо, нужна будет помощь. Если кто хочет попробовать свои навыки, давайте, предлагайте, будем делать, будем смотреть вместе. Всем добра!